Радио Energy 104.2 FM. И снова здравствуйте. Мы опять в гримерке. Я опять не накрашенная разговариваю с вами, а все потому, что мы готовимся к очень ответственному мероприятию. Шоу «Револьвер» очень скоро стартует на Радио Energy. Вы готовитесь, оставляя свои заявки на сайте energyfm.ru. Мы ждем вас на кастинге. А мы готовимся снимать видеоролик, который вас должен очень сильно удивить. И не моей ненакрашенной рожей. Ну не снимай ты, ну будь ты человеком. Что бояться-то? Я слышал, все боятся. Что тут боится, я не могу понять. Заряжаешь, крутишь, щик на место и бум шакалака. Все нормально. Приходите. Get out of your mind. Ну когда еще нас можно видеть такими красивыми? Всегда. Нет, неправильный ответ. Мы сейчас находимся на фотосъемке, готовимся к фотосессии, к нашему новому проекту «Револьвер». Расскажи немного о ролях. Саймон у нас крутой гангстер, ну, в принципе, как обычно, но теперь у него в руках будет еще и револьвер. Им он будет направлять сюда, сюда и сюда, вообще не знаю куда. Надеюсь, не на нас с Морозовой, мы его еще не так сильно достали. Морозова будет секси-телочкой, а я буду секси-телочкой с баблом. Мне кажется, это вдвойне круче. I love it. Всё, а снимаем? Get ready to die. Ой. Radio Energy 104.2 FM.